Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Rage, все как всегда. И как я и обещал, новенькая серия не заставит себя долго ждать. Именно поэтому мы с вами сегодня прикупим первый эксклюзивный автомобиль из Battle Pass мне в автопарк. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. А мы начинаем. Ну а перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня есть свой личный промокод Evan. Вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей и VIP-статус на один день. Иди сдавай на права и работай на свою мечту. Ну что, ребят, не могу насмотреться на свою i8, прям так она мне нравится. Но сегодня мою душу, мое сердце займет совсем другой автомобиль, о котором я, ну в принципе, мечтал. В принципе, он офигенный, но если бы он был в версии кабриолет, тогда это была бы вообще пушка. Если брать в жизни, то кабриолет в жизни данной модели стоит в 2 раза дороже, чем обычный купе. Заинтриговал, да? Хотя, почему я интригую опять второй серии, если у меня уже есть начало какое-то офигенное? Я решил прикупить Lexus LC500. А как это было, можете посмотреть прямо сейчас. Ребят, этот Windows 11, это просто габелла. Не ставьте, я буду еще на выходные опять его переустанавливать, потому что я не могу так жить. Вот, короче, суета наша. На Кадиллаке, как делдаки, как делаки. Много рифм придумал. Рэпер, что ли, записался или что? Ставьте лайк, если вы хотите, чтобы Эван купил наконец-то нормальный компьютер, и у него не пропадали текстуры. Ну, где-то здесь должно быть нормально. Ну охуенный, нет? Ой, он по внешке жесток, да? В обвесах, кроме спойлера. А, охуенно. Ну, короче, там ставится лавка, знаешь, когда он заводится, спойлер все равно поднимается. Мне не понравилось, как выглядит, я его снял. Вот, на Джей его можно понять, да? Да, да, да. Бля, просто когда обвес, стоит спойлер, игру, он один фиг, когда заводишь, он поднимается. Мне как-то показалось несуразно, я снял. Согласен, так пизже намного. Если бы они еще... С этого его убрали, было бы идеально. Вот, а так, задний диффузор, пороги, передний диффузор, все стоит. Вот, с этого бы спойлер убрать, было бы тоже славно. Я его сам выбивал, сам ФТшил, все делал. Только там турбины нет сразу, тебе говорю, еще. А турбина сколько стоит? Да я даже не помню, я никогда не ставил турбину. Вы что, контратак уже поставили, выиграли? Нафиг она нужна, даже ничего не дает вообще. Ладно, 31,5 это очень хорошая цена для Lexus LC500. Мне это, конечно, только что предлагали за 33 или 34. Точно такой же, в таком же цвете. Штрафы оплачу. Но, или я оплачивал, когда я 8 покупал. Я оплачивал 180 тысяч. Но здесь нету турбины. Да, в принципе, я уже договорился с Xiaomi и кидать его через хуй как бы не особо, да, красиво. Поэтому покупаем у суеты, нету турбины, ну да ладно. Принимаешь? 31 500, мы же договорились, я не буду уже кидать на эти мелочи. Эксклюзив из Battle Pass, между прочим. Первый эксклюзив. 600 тысяч, ебать. 600 тысяч, нормально, да. Сейчас фотку в Discord скину. И вот посмотри, как выглядит эта фотка. Типа закос под реал сделан? Ну да, да, пытался. Нормально. Прими, померь. Вот этот он на ходу прям вгрызается. Подожди. Нагрудка оф вайт. О, под шапку. Он с износом или без? Без, это с БП. А, нормально. Носи с кайфом. А, ты подаришь? Да забирай. О, спасибо большое. Кросс черный надо? Давайте, вроде, ну. Ну, могу переобуться. Ты померь, сейчас поймешь фишку. Вот. Тоже надеть с рыжим? И пройди. Надеть и пройти, окей. Вот теперь иди. Видишь подошву? Нет, не вижу. Вот теперь можно. Под цвет хуракана. Да, неплохая, спасибо. Теперь надо переодеться, что-то сверху купить нормально. Ну, наверх ничего нет. Да не, я уже сам куплю. Вот как-то так. Хотел я купить совсем другой автомобиль. Дорогой эксклюзивный джип, но...
скорее всего, мы купим с вами его в следующей серии. Все же видели тень, да? Вот. Но я решил прикупить первый автомобиль эксклюзивный не из кейса, там, доната, а из Battle Pass. Это значит, что у него нету владельцев. И как-то так он светится в меню F3. Поэтому давайте достанем его. И как-то так он выглядит. Не, ну какой же он красивый. Прям реально. Напомню еще раз, предыдущий владелец хотел сделать его типа под Реал. И теперь мы с вами, кстати, заложники бензина, да? А, здесь сколько? 3 литра осталось. Ладно, поехали на заправочку сразу же. Я уже отвык. Уже катаюсь себе на i8. Мне уже пофиг на эти ваши заправки. Постоял 2 минуты, полистал ТикТок и все. И на шару заправился. А теперь надо платить по 1030 за каждый бак бензина. Ну такое. Особенно, когда собираешь деньги на джип. 27 тысяч, ё-моё. Первая причина, почему я купил Lexus LC500, это потому, что это продолжение Lexus LFA. Ну, можно сказать, что это продолжение легендарного Lexus LFA, который у меня тоже есть. И второе, это то, что можно с помощью J сделать вот так. И кататься. Можно поднять и опустить спойлер. Это капец. Я об этом мечтал в LFA. Они добавили модельку в обвесе Нюрбургринг, на котором есть спойлер. Я такой, блин, не получится. Можно поднять спойлер на Bugatti Chiron. Но у меня Bugatti Chiron в максимальном тюнинге. Я там тоже спойлеры не могу поднять. Я, можно сказать, специально купил Lexus LC500, чтобы поднимать спойлер. Да, у меня такие приколы есть. Я еще скоро куплю Cadillac ради того, чтобы подножка выезжала и люк открывался. Там же подножка вроде открывается, да? Что хотел сказать, что капец как прикольно играть утром. Ну, уже, конечно, без 10 час дня. 540 онлайна, и у тебя особо текстуры не пропадают. Ну, сейчас уже пропадает, да? Но когда игроков 300 на сервере, он капец какой стабильный и какой плавный. Поэтому что, мы с вами приехали в тюнинг LS, ведь мы будем что-то там менять. Ну, много ничего менять не будем, потому что денег у меня особо нет. Но по классике цвет, возможно, диски, хотя эти диски сюда подходят. Да и цвет вроде не заезженный, хотя я ездил в тот день, когда я его покупал, я встретил 3 Lexus'а в таком цвете, поэтому нет. Я мечтаю об этом Lexus'е немножечко другом цвете. Может заезженном, может нет. Решетка радиатора, а в чем прикол? Она антихром типа станет? А в чем разница? Да не, решетка радиатора, скорее всего, что он антихром должен стать. Но почему он не встает антихром? Ладно. Вот сколько стоит турбина? Так как мы узнали, что турбины здесь нет. 500 тысяч. Ну, она, в принципе, ни на что не влияет. Но если потом кто-то захочет что-то поставить, может поставить. Поэтому, кажется, так. Маляр для работы. Самое главное. Винилов нет. Бля, почему я захожу в малярку, а у меня колеса, блядь, просто вовнутрь. Упали только что. Короче, малярка. Основной цвет кузова. Мы делаем ее красный. Это есть фирменный такой цвет. Вишневый в LFA. О, бля, почему хочу сказать LFA? LC500. Но это более вишневый, а у них есть прям красный. Есть серый. Ну, слишком скучно, да, вот такой. Как будто аудюшный новый цвет вот этот. Нарда Грей, или как она там называется. Белый тоже не особо. Черный, ну, банально. Хотя, вот красный прикольно, но мне кажется, это желтый и черный как-то более сочетаются, чем красный и черный, если честно. Это какой-то паршовский цвет, не то рыжий, не то красный. Голубой. Голубой Lexus, но у нас уже есть фиолетовый, не то. Бля, это будет сложно. И мы реально идет желтый цвет. Ладно, не, ну желтый мы не оставим, ты что? Рыжий? Рыжий уже LFA есть. Наверное, красненький. Главное сейчас подобрать именно какой красненький. Темную основу и добавить перламутра, металлик блэк, добавить красного перламутра яркого. Так, значит, у нас есть red, просто red. Вот, red есть. Есть старина red, формула red. Ну, такой, блядь, candy red. Надо брать какой-то тарина red. Вот, и немножечко изменить цвет на темнее. Во. Я думаю, вот так будет идеал вообще. Сохранить цвет материала кузова. На что он влияет? На суппорта? Они почему не такие маленькие, кстати? Он в диске, суппорт в диске внутри. Ладно, сохранить и оплатить. 237 тысяч. Не знаю, ребят, я посмотрел только что все колеса. Прям все подряд прошел. Ну, если честно, вообще ничего не подходит. Ну, эти прям хорошо сюда входят. Поэтому сэкономим этот раз. Ведь мне за квартиру платить как бы лям в неделю. И еще я хочу следующий автомобиль, а на него минимум 30-ка нужно. Так что...
засейвим немножечко денег и поедем в место, где мы точно сейчас просрём 500 тысяч, а именно номера. Блин, ну звук прям как в ЛФА, разница ноль. Балдёж. Ну что, ребят, давайте пока мы едем на ИКХ, я вам расскажу немножечко о технических характеристиках, ведь это автомобиль из Battle Pass, а вам его не посмотреть, на тест-драйв не взять. Вот, а Lexus LC500 из боевого пропуска, еще раз говорю, а госцена у него 10500, а ФТ на него стоит 2.3, а максимальная скорость у него 340 км в час. Да ебаный в рот. Я проеду спокойно или нет? 340 км в час, 5 мест у него в багажнике, 75 литров бак, да и в принципе все. Вернее, даже не цена, а продажа в гос 10700, то есть цена где-то у него около 13-15 миллионов. Ну, если брать, типа, что она продается в автосалоне. Еще один умный человек ездит на E8. На прикольных номерах, кстати, сразу убираем. Долго, кстати, я думал, какой номер стоит подцепить на наш Lexus LC500. Потому что у меня есть, смотрите, 1, 2, 3, 4 номера. Тройка, семерка, двойка, единичка. Но единичкой думал оставить на джип. Но потом я подумал, что у меня есть Lexus LFA, на котором четверки. И будет прикольно, если у меня будет еще Lexus LC500, который а-ля продолжение LFA. Мне кажется, выглядеть будет интересно. Поэтому давайте копейку на Lexus 500 тысяч. Бам. И, в принципе, пошли посмотрим. Ну что, Lexus LC500. Уф, та ты шо, еба. Как это дорого выглядит. Еще бы дороже выглядело, если бы у меня текстуры прогружались, и то это капец. Давайте в комментарии напишем, хэштег Эвен купи компьютер, заебал. Ну что, ребят, я заспавнил два своих автомобиля. И капец, как они офигенно смотрятся. Хоть я не прям любитель японского автопрома, но два этих автомобиля меня прям сводят с ума. Но если бы еще LC500, так как он был в Battle Pass, ну можно было бы его сделать кабриолетом. Что у него же жесткая крыша есть, да? И откидывается. Тогда этой тачки просто цене бы не было. Она бы стоила лямов 50 и пользовалась бы спросом, потому что это кабри, который 340, и это йоу. Это Lexus, это еще, он плюс еще эксклюзивный. Вот. Ну, кстати, идея с номером, где четверки и единички, и значок Лексуса вот этот, да, смотрушный, мне прям очень сильно заходит. Напишите, кстати, в комментариях, как вам. Но мне кажется, лучше номеров сюда и не придумаешь. Но все равно, когда подъезжаешь к LFA, ощущения какие-то не такие, как подъезжаешь к LC500. Это более гражданский автомобиль, который доступный каждому. А вот то, которых выпустили там 500 штук в мире, вот то реально редкая херня. Кстати, я забыл сказать, по частному извозу могу возить как на E8 и комфорт и бизнес. Очень странно, что премьер не могу возить, хотя это же эксклюзив. Ну да ладно. Конечно же, по классике я вам покажу чиповочку. Значит, предыдущий владелец поставил здесь специальный чип, чтобы его не заносило, потому что у него такой вот хендлинг интересненький, да, повадки заднего привода. Поэтому я вам вот показываю чип. Если у вас LFA и вас на нем все время заносит, ставьте этот чип, и все будет по кайфу. Ну вот такая вот маленькая коротенькая серия получилась. Я надеюсь, тебе она понравилась. Показал вам свой первый автомобиль эксклюзивный, без владельца, как бы, да. Эксклюзивный из Battle Pass. Продолжаем пополнять наш автопарк, чтобы в конце заснять какой-то охрененный видосик. Я надеюсь, этот ролик тебе был интересен, ты вкусно покушал. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым. Что могу сказать? По классике. Всем желаю удачи, хорошего дня и всем пока.